Итак, всем привет, дорогие друзья, и сегодня у нас распаковочка очередной посылочки из Китая. Так, пришло, как всегда, в такой вот желтой оберточке, и сейчас будем смотреть, что же у нас там такое. Так, телефон, по идее, тут должен быть E52, старенькая модель, сейчас мы посмотрим. У нас тут такое лежит. Так, запаковали пырышки. Да, E52. Так. Как всегда, пришло в синей коробке. В принципе, они все такие коробки. В основном. И тут сервис-карт у них типа такой. Не знаю, насколько у них сервис, поскольку это довольно проблематично, гарантия с Китаем. Туда-сюда отправлять, что-то очень долго ждать. И не факт, что еще назад приедет. Так, вот такой вот еще аксессуарчик у нас лежит, наушники. 35-мм разъем, они здесь обычные. Ну, с надписью Nokia даже. Наушнички у нас. Потом зарядочка с микро-USB. Так, еще у нас тут есть микро-USB кабель. Вот такой вот длинный, кстати, не короткий. Это хорошо. Ну и типа мануал такой вот у нас небольшой. На английском языке, ну, в принципе, он нам не нужен. Мы и так разберемся, почему я уже получал вот такой телефон. Смотрим. А вот и сам аппаратик. Вот так вот он у нас выглядит. Телефончик этот. Вроде выглядит неплохо. 3,2 мегапикселя камера. Такой смотрится хорошо. Русские буквы есть. Самое главное. Что это такое? А, это залепили батарейку. Сейчас посмотрим, что там у нас. Как всегда, китайцы в своем репертуаре батарейки лепят, чтобы не включались, если что. Обратно вставляем. Закрываем крышечку. Крышечка у нас металлическая, конечно же. Так, хорошенько надо утопить батареечку. Так, закрывается так. Защелкивается довольно туго. Так туго защелкивается, что я ж погнул эту фиговину, короче, нифига себе. Вот это да. Приколиссимо. Сейчас буду равнять ее. Что-то я немножко погнул тут, видели, да? Руки из жопы растут, блин. Ладно, положим пока, включим, потом сделаю. Руки-коряки, руки-крюки. Делать ни хера не умею. Так, ладно. Так, тут у нас разъемчик 3,5 мм. Звук хороший. Ну, конечно, блин, попадало. Но открылось нормально. Вот так ничего, выскочило хорошо. Ну, как обычно, открывает. Что-то передавил, ёпта. Ладно, хер с ним. Сделаю там, в принципе, не проблема, чуть-чуть подогнуть, да и все. Такое. Ну, самое главное, аппаратик посмотреть, что тут да как. Так, тут сейчас стоит английский язык, надо русский выставить. Заходим в настройки. Setting. Так, General. Ищем. Где тут, куда? Personal, я уже забыл, ёпта, иметь. Так, дисплей, ZMS language, вот. Автоматик, сука, тут языков. Украинский, русский, румынский, болгарский есть. Так, нам русский язык нужен. Yes. Так, все, выставляем язычок наш. Сейчас он... Так, ну что? Выставился, что ли? Нет.
А, вот все. Сейчас перезагрузится, короче, и будет нормально. И будет все на русском языке. Кнопочки у нас тут. Управление под камеру. Регулировка громкости. Вот это посередине кнопка. Я не знаю, что это такое. Никогда я не пользовался. Так, это включение-выключение. Тут все понятно. Батарея у нас BP4L стоит. Вот такой вот разъемчик у нас под эту. Под симку. Разъем под флешку. Ну и все, вот у нас уже русский язык здесь стоит. Так. Все отлично. Все работает. Так, посмотрим там, что там. Китайцы нам медиафайлов не накидали. Тут случайно интересно. Так. А то, наверное, бывало такое, что с фотографиями там, с какими-то. Так. Ну-ка, вроде ничего нету. Так. Альбомы. Два альбома. Что за альбомы? Тоже так ничего нету. Загрузки. Не, пусто. Это хорошо. Но и не очень, потому что было бы неплохо, если бы они уже у себя там по месту проверяли, допустим. Хотя, если бы они захотели прислать личный какой-то аппарат, я думаю, хрен бы они там что проверяли. Даже если бы проверяли, им было бы пофигу. Отослали бы наобум. Да и все. Так что, ну, внешний вид меня устраивает, в принципе. Ну, кроме, конечно, крышечки, вот я сейчас, короче, ее сделаю. Подогну там железяку, которую я испортил. А так выглядит телефон хорошо. Мне нравится. Такие вот кнопочки у нас тут. Все у нас тут хорошо. Все у нас так выглядит. Очень неплохо. Сейчас еще раз так посмотрим, только медленно. Да? Вот такой вот у нас телефончик E52. Телефон, можно сказать, из прошлого. Ну, не можно сказать, так и есть, в принципе. Хрен знает какой. Я даже не помню, какого он года. Ну, так хорошая звонилочка. В принципе, если сравнивать по ценам те, которые звонилки сейчас продают, сейчас тоже есть кнопочки, правильно? Вот. Камера здесь неплохая, звук хороший. GPS есть, Wi-Fi, по-моему, тоже есть. А ну-ка. Да, Wi-Fi есть. То есть, в принципе, от современных звонилок он не особо, я думаю, отличается. Ну, конечно, может быть, экран там у современных звонилочек получше там. Если полусенсорные, там кнопочные, сенсорные, ну это уже такое. Вот. Ну, если по цене сравнивать, то, конечно, этот намного поприятнее будет. От современных звонилочек. Вот. Так, а что же мы с крышечкой будем делать, ёпту иметь? Так, тут у нас еще гравировки есть какие-то, короче. Даже. Так. Так, сейчас мы с крышечкой что-нибудь, короче, придуплим. Надо выровнять эту херню, блядь, которую я согнул. А то как-то не прикольно получается. Надо, придется плоскогубцы брать. Я тут нехило так загнул, да. Вообще, главное, чтобы она не сломалась, потому что ну, это будет не очень приятно. Так, ладно. В общем, такой вот у нас телефон пришел. С немножко сюрпризом. В общем, в принципе, пойдет, пофигу. От китайцев можно было еще ожидать. Нормально, покатит. Так что это был обзор Nokia E52. Вот. В принципе, я уже заказываю не первый раз эти аппараты. И как бы ко мне приходили. Ну, так с такой фигней ко мне, конечно, пришло в первый раз, что он так вот этот сама. Ну, а так все нормально было, все работает. Вообще не знаю. Заказывать, не заказывать, это уже сами смотрите, как хотите. В общем, никому ничего рекомендовать не буду. Главное, что я так показал качество, что там, да, ну как. Вот. Так что телефоном пользоваться можно, в принципе, все работает. Нормально, русский язык есть, русская клавиатура есть, все в порядке. Так что с этим проблем в принципе нету. В общем, вот такие вот делишки, ребята. И так что, кому понравилось видео, подписываемся на канал, ставим лайки и ждем дальнейших видео. Всем спасибо, пока!